Реализация бюджетных инвестиционных проектов по государственному заказу на базе Института повышения квалификации и дополнительного образования КАЗНУ имени Аль-Фараби. В связи с масштабным внедрением трехязычного образования в стране назрела острая необходимость подготовки преподавателей по английскому языку по различным направлениям. Внедрение принципа трехязычия, конечно, очень сложный процесс, и оно требует особых подготовительных работ. И в этом смысле мы приветствуем программу, которая была инициирована Министерством образования и науки Казахстана. И мы рады тому, что эта программа включила в свою реализацию и наш Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. В Центральноазиатском регионе Казахский национальный университет является единственным университетом, удостоенным высокой награды, знаком превосходства QS Stars – три звезды. На сегодняшний день совместно с университетами Америки, Европы и Азии КАЗНУ успешно осуществляет образовательные программы с выдачей двойного диплома и международных сертификатов. Первым в Центральной Азии присоединился к программе United Nations Academic Impact – академическое влияние, нацеленной на поддержку 10 всемирно признанных принципов ООН, касающихся прав человека, образования и устойчивого развития. Я считаю, что это был очень правильный и удачный проект Министерства образования Республики Казахстан, потому что благодаря этому проекту преподаватели имели возможность погрузиться в изучение иностранного языка. А в методике преподавания иностранных языков метод погружения является одним из самых правильных и самых эффективных методов. КАЗНУ имеет огромный опыт по организации и проведению курсов повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений Республики Казахстан на базе своего структурного подразделения Института повышения квалификации и дополнительного образования и Центра обучения иностранных языков ILC КАЗНУ. В наше время для преподавателей навыки эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, так же как владение английским языком, является важным, необходимым атрибутом. Центр занимается обучением General English всех уровней и профессионально ориентированным английским языком для студентов, магистрантов, докторантов и сотрудников университета. Подготовка к сдаче международных экзаменов IELTS и TOEFL IT, повышением языковой квалификации преподавателей-предметников, вузов и учителей школ. Я считаю, что это очень хороший и очень своевременный проект, который позволит нам стопроцентно влиться в научное сообщество, потому что, участвуя в работе многих конференций за рубежом, мы делаем наши доклады, значит, мы общаемся с нашими коллегами исключительно на английском языке. Образовательная программа курса повышения квалификации и переподготовки кадров государственных организаций высшего и послевузовского образования разработана для усиленной подготовки педагогических кадров профессорско-преподавательского состава вузов с учетом опыта базовых вузов ГПИР и развития навыков предпринимательства, в том числе в онлайн-режиме по специальностям физика и биология. Честно говоря, от посещения данных курсов я получил огромное удовольствие. Во-первых, хорошо подобранный состав преподавателей, знающих английский очень хорошо. Потом аудитории были очень просторными, оснащенные техническими средствами обучения, так как проекторы и интердосками. Структура образовательной программы курсов повышения квалификации преподавателей вузов согласована с МОНРК и рассчитана на 240 часов. Из них 160 часов – очное обучение, 60 часов – онлайн-обучение и 20 часов – итоговый контроль. Данная структура позволяет более эффективно распределять нагрузку и оценить достижения обучающихся профессорско-преподавательского состава. Курсы повышения квалификации для усиленной языковой подготовки профессорско-преподавательского состава организованы на базе четырех ведущих вузов – Казахского национального университета имени Аль-Фараби, КАРГУ имени Букетова, КАЗНПУ имени Абая, КАЗУ Моимя имени Аблайхана. Мы рады приветствовать начинание Министерства образования и науки Республики Казахстан и готовы к активному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Это реальный шаг в реализации внедрения программы полиязычного образования в Казахстане.